собрались как-то два друга на охоту. Пришли в какую-то лесную избушку. Но перед охотой первым делом, конечно, выпили. Потом еще по чуть-чуть. Потом еще добавили. Тут один из них вышел по нужде. Зашел в кусты. Слышит, кусты трещат, кто-то ходит. Смотрит медведь. Но он, конечно, со страху бежать. Медведь за ним. Он через кусты, и медведь не отстает. Добегает да до избы, только дверь открыл, да как споткнется о порог, а медведь через него перелетел, да прям в избу. Но охотник не растерялся. Соскочил, быстро дверь захлопнул и кричит другу, «Вася, ты пока этого разделывай, а я за следующим пойду».